Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами снимаем мукбанг. Это когда блогер кушает и о чем-то разговаривает с вами. Смотрите, вот у нас есть такая вот конфетка. Это мой первый мукбанг, в принципе. Вот сейчас мы покушаем с вами и поговорим о том, как раскрутить канал на YouTube. Кстати, вот такая вот у меня конфетка. Напишите, какие вы любите конфеты кушать. Смотрите, тут такое дело. Для того, чтобы брать вам первую 1000 подписчиков, вам нужно, ну, в принципе, не брезговать взаимной подпиской сначала. Вот. Да, сейчас, конечно, многие напишут, что нужен очень хороший контент и все остальное. Но когда вы только начали вести свой канал, 3 просмотра, это вообще реальность. Поэтому, да. Сначала это взаимная подписка. Потом, ну, знаете, некоторые люди используют хайп, скажем так. Хайп, да, когда вы что-то делаете ради популярности. Но некоторые люди разводятся ради хайпа. Или некоторые люди начинают ругаться с какими-то популярными блогерами. Это тоже все ради хайпа, скажем так. Кто-то начнет к ним подписываться или приходить, или там как-то оскорблять, или еще что-то такое. Это все, кстати, тоже прибавляет популярности. Ну, конечно, вам много дизлайков наставят, но это тоже прибавляет вам просмотров и всего остального. Вот, какие-то хейтеры к вам тоже приходят. Вот, что еще можно сделать? У вас вот будут какие-то подписчики, вы с ними налаживаете контакт. Вот, пишите им комментарии. Комментарии должны быть не все одинаковые прям всем, вот, а какие-то вот, ну, ваши уникальные. Причем комментарий должен состоять минимально из 6 слов. Вот, и не пишите слово там лайк и подписка там, или лайкусик, или что-то такое, вот именно слово лайк. Вот, и что предполагает, что вот вы поставили лайк, а вам тоже должны поставить лайк. Или тоже не пишите там заходите в гости. Кстати, это тоже плохо для канала, для вашего. Вот, вы можете попасть в бан, в спам, а потом можете попасть вообще в бан. Вот, ну, так говорят на YouTube, скажем так. Вот. Ставьте пальчики вверх под видео, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Обязательно напишите, какие у вас есть инструменты для раскрутки, кроме интересного контента и всего остального. Вот, ну все, всем пока-пока.